Всем привет, с вами Сид. Продолжаем проходить Supraland. Напоминаю, что нам надо найти теперь своего двоюродного брата. Я подозреваю, что это тот синий вредный человечек. Синий вредный человечек, который воровал у нас вещи, запирал нас в комнатах, ловушку за решетку нас прятал. Было такое, было, да. Так, по-моему, к вулкану, если идти, то это надо было вот тут на развилке. Там, по-моему, была вывеска к вулкану. Сейчас узнаем. Так, выбраться я теперь могу... Да, вот, по металлической вот этой конструкции. Хорошо. Отлично. Что значит мы можем сделать? Вот, вот, да, стрелочка направления к вулкану. Так, ребята. Хорошо. Я, кстати, вне серии прошел, прокачался еще чуть-чуть. Скупил все вещи в предмете и нашел усовершенствование, которое с убитых врагов притягивает ко мне монетки. Теперь их не надо бегать, искать не надо. Вот, так. Теперь мы можем магнититься к золоту, да? Магнититься к золоту. Так. Пройдем? Пройдем. Хорошо, спасибо. Сюда нам зачем? Не знаю, наверное, нам сюда не надо. Так, хорошо. Секретиков никаких нет. Тут у нас что? Ага, монеточки, спасибо. Монетки лишними не будут. Я думаю, что мы найдем еще магазины. Магазины. Так, что у нас здесь? Тут я вижу еще монетки. Так, ладно. Давайте-ка соберем. О, как. Это, наверное, секретик или нет? Ага, а вот и лава. Судя по всему, это большая локация, да? Вулкан, куда мне и надо. О, да. Ладно. Так. Предлагаю зайти в нее попозже и все-таки сходить вот тут дальше, посмотреть. Тут вот есть монетки. Посмотрим, что тут дальше нас ждет. Монетки. Так, это что такое? Опа, сундук вижу. Сундук. Ага. Секретная зона. Максимальное здоровье плюс 5. У меня уже целых 129 очков. Здоровье. Так, как тебе открыть? Какие яркие желтые кресты. А там у нас что? Ну-ка посмотрим. Ага, секретик. Секретики мы любим. Телефраг силового, силовой куба. Перевод, конечно, иногда с ошибками. Следующий уровень сражения. Создайте куб внутри врага, чтобы убить его. О, прикольно. Здравствуйте. Ой, дайте-ка попробовать. Пойдет. Пойдет. Но я, правда, их и так бы поубивал. Больше здесь ничего такого нет. Ладно. Что ж, наверное, нам все-таки туда наверх надо идти, нет? Вон туда, откуда я пришел. Ну, пойдемте на большую локацию.
Надеюсь, я там ничего не пропустил. Так. Что у нас здесь? Здесь просто проходит, видимо. Никуда запрыгнуть вроде нельзя. Ну, давайте разбираться, значит, смотрим. Тут у нас ничего нет. Как-то здесь туманно, что ли, дымно. Так. Сразу. Сразу. Ух ты, сколько ж вас здесь. Да вы что творите? А ты как там? Спасибо. Мертв, мертв. Можно отхилочки еще. Еще отхилочки. Интересно. Я думаю, что в лаву прыгать не стоит, да? Наверное, это чревато смертью главного персонажа. Так. Но там, в принципе-то, я ничего и не вижу такого. Зачем можно было бы полезть? Вылазите, ребят. Минус сразу. И еще раз минус. Так, монеточки. Монеточки собираем. Ничего нет. Не хочу ничего пропустить. Опа. Ага. Я понял. Туда, да, надо перелететь. Ладно. Ух ты, я уже думал, не долечу. Напугался, чутка напугался. Угу. Интересно. Ух ты, смотрите-ка, что я там вижу. Отсюда можно допрыгнуть? Ну, надо пробовать, так сказать. Так, а если обойти? Что, здесь нет никаких секреток? Или секретки есть там? Опа, я вижу. А как туда пробраться? Ты. Ну, хоть не поджарился. Как туда забраться-то? Ладно. Но сундук там лежит. Так, ты меня отправишь назад, да? Да, вот сюда. Спасибо. Что у нас здесь? Кнопка. Дверь. Я начинаю сомневаться, найду ли я лучшее место для своего нового дома. Если ты решил, что... А, это ты его строить, типа, здесь начал? Ну, это плохая идея, я тебе сразу хочу сказать. Не лучше это точно. Не лучшая идея. Это можно разбить. А зачем? Ничего здесь нет. А зачем это надо было разбивать? Не ясно. Так, тут лава. А мне нужно купить пару дорогих вещей. Положи 2 золотых самородка в мой ящик, и я разрешу тебе зайти в мой подвал. Это твой подвал. А это ящик, да? Что? Они активны? Ясно. Зачем они? А зачем они, не ясно. Кнопка. Почему доска фиолетовая? И, собственно, что я активировал? Д? Что там такое? Ну, золотых слитков я не вижу, чтобы туда притянуться. Ладно. Зачем здесь фиолетовая доска? Что она мне подсказывает? Непонятно. Так, там что-то металлическое. Туда можно залезть. Опа, золотой слиток.
А тут что? Так, а здесь можно красить. Красить в белый цвет что-то, да, можно? Не понял. Эта кнопка включает покраску, что ли? Ага. Здесь менять цвет. Это дерево? Не могу. Здесь менять цвет. Так, вот эта штука, по-моему, покрасит наш выстрел в желтый, да? Сработала краска. Что мне надо сделать? Так, что мне активировать? Как мне активировать? Надо, по-моему, да, этим надо что-то натянуть. Ты дерево, ты не дерево. Ты тоже не дерево. Ты дерево. Во. Так, блин, а как? Надо чуть пониже. Еще пониже. И вот так. Пойдет. Так. Все, я понял. Так, это барьер. Он преграждает. Мне, видимо, надо перекинуть. Ох, спасибо. Я уж испугался. Желтый. Зачем мне желтый? Я сначала сделал, потом подумал. Зачем мне желтый? Я понял. Это похоже на будет на желтый цветок золота, нет? Ну-ка. А ему два надо. Давайте-ка я сразу два положу. Если уж сработает, то, наверное, покрасить сразу два. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, стреляем. Так, ну вроде покрасило. Пойдем проверим. О, работает. Последний, говорит, остался. Ну на тебе еще. Мне не жалко. Золото для друга мне не жалко. Извини, конечно, я тебя обманул. Ну блин, мне надо как-то продвигаться дальше. Так. Что у нас здесь? Ага, секретики. Совместимость с силовым лучом кубом. Это что? Теперь ты можешь соединять луч с силовым кубом. А, вот оно что. Я еще помню, мне подписчик говорил, что, возможно, я думал, это золото, сюда можно линии протягивать. Нельзя. Типа, возможно, с силовым кубом совмещать. Я говорю, что у меня не получается. Вот почему не получалось. Я еще не подобрал, собственно, эту штуку. Теперь я, наверное, могу сделать вот так. И дерево вот так, да? Оп, все верно. Работает. Так. Ага, спасибо. Спасибо. И что теперь? Опа. А это что такое? Здравствуйте. Так. И что я открываю-то? Может, мне надо в этот момент подлететь? Сейчас проверим. Не, ну ничего не происходит. Собственно говоря.
Там же красный цвет. Я не знаю, что она включает. Друзья, если вы... Блин, может мне туда надо смотреть? На карту? И я опять все равно ничего не вижу. Ладно, друзья, если кто-нибудь... Я не могу, типа... И двойные прыжки тут не работают. Не могу ничего сделать. Опа. Зачем это здесь? Мне просто интересно, что я сделаю тогда. Я кладу куб. Совмещаю вот это вот с этим. Да ладно! Смотри, я теперь могу... Так, хорошо. Я типа смогу допрыгнуть? Ха. Здрасте. Здрасте, пожалуйста. Так. Монетки. А дальше что делать? Так, а я отсюда могу, да, выстрелить? Что происходит? Я отсюда могу туда попасть? Ух ты! Чуть не упал. Так, спасибо. Хорошо. Это что? Это что, рычаг? Так, здравствуйте. Сын короля, он пошел в гору этим путем. Туда, где... А, вижу, вот дорога. Там, где золото было. Вот еще металлическая штука. Что это делает? Не понимаю, что я сделал, ну да ладно. Что делает вот это? Я, кстати, не вижу теперь, да, что я не могу ее опустить. А если я подниму, я типа могу выше забраться? Ух ты, ясно. Ясно, спасибо, спасибо. Луна, отлично. Там еще есть металлическая штука. Мы полетели. Есть дорога, надо лететь. Как говорится. Что у нас здесь? О, ты кто? Мощные волосы. Герой с шипастой прической должно быть пересилил себя. Вы берете его волосы с собой. Сувениры погибших героев хранятся в твоем доме. Это я понял уже, да. Это мы уже знаем. Ой, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ой, спасибо, чуть не умер. Так, туда, наверное, можно запрыгнуть. А спуститься, видимо, или подняться можно туда. Хорошо. А тут куда? Или это все? Или я на месте? Опа.
Так. Интересно, сохранилось ли что-нибудь? Так, у нас сохранилось. А, да, в принципе, все сохранилось. Ну, вроде как там больше делать-то и нечего. Но вот туда я не знаю, как пропрыгать. Нам было оттуда, наверное. Ну да ладно. Что делает вот эта штука, непонятно мне. Что-то пикает. Что-то происходит. Ну да ладно. Так. По идее, здесь вроде как все. С помощью куба, да, теперь? Ладно, это не сложно. Ставим здесь и ставим здесь. И идем. Ну ладно, почти не сложно. Так, куб. Давай опять я поставлю подальше, чтобы было угол поменьше. Да блин. Еще разок. Начинает это немножко напрягать. На самый верх тебе. Спасибо. Спасибо. Я аж выдохнул. Опа, здравствуйте. Так, не буду с вами долго думать. Вам всем хана. Вам всем хана. Д. Я же могу выставить просто. Да. Спасибо. Секретиков никаких. Ничего нет. Ладно. Что теперь у нас здесь? Как тебя активировать? Не ясно. О, там монетка. Большая монетка. Большая-большая монетка. Ага. А где это мы? Это что-то туда-сюда. Это что? Здравствуйте. Да блин, вы чего? Дайте отрегенюсь тогда. А то так и убьете меня. Ишь какие. Ладно. Не хотите так? Тогда так. Где еще? Вот он. Будет разговор тогда у нас короткий. Так, вижу тебя. Какой-то парень обманул меня поддельными золотыми самородками. Они внутри моего дома. Среди настоящих золотых самородков. Не могли бы ты выяснить, какие из них подделки? Брось фальшивые в дыру в стене. Как мне определить? Опа, выносить нельзя. А как определить? А, ясно. Мусор. Вот это дыра в стене. Укатился.
О, еще один. Не шипит. Все? Сами по себе прыгают, смотри-ка. Так, вроде здесь секретиков нет никаких. Неправильно, попробуй снова. Помни, надо найти только поддельные смыслы. Это золото. Вот, это не золото. Выкатывайся. Типа один. Один. А, еще. Вот. Ну. Все, два. Ты же сказал два, да? Я же тебе два поддельных и давал. Отлично, спасибо. Если тебе нужна сила, возьми ее у меня. Зачем мне сила? И вообще, что здесь есть? Что за кнопка? Ага. Камни опять. Губки. Так, кнопка, которая стоит 211. А, это вес. И куда ты ведешь? Так. Ага. Так я туда запрыгивал. Там. А, ну там был куб. А тут что? Как ты активируешься, я не знаю. Так. Здесь ничего. Тут наверх можно подняться. Давайте-ка посмотрим, что у нас сверху. Еще человечек. Что по секретикам? Ну, как-то мало секретиков в этот раз. Это энергоприемник. Не нуждается в постоянном напряжении. Заберись на крышу, отправь к нему выстрел, будет достаточно. А, все, я понял, что мне надо сделать. Я типа... Да, я эту дверь открою. Да, все верно. Хорошо. Опа, морковки. Блин, да чё ж нигде никакой пещерки нет потайной. И здесь нет. А, вон там вижу проход есть. А где нам мух взять? Так, дайте-ка я отрегенюсь. Так, получается. Что получается? Нам получается надо... Сколько весит камень? Нам, чтобы нажать эту кнопку... Четыре весит камень, а губка? А губка 9, губка весит 5. А там вода была, ну-ка иди-ка сюда. Там вот сверху вода лилась. Сейчас посмотрим, сколько нам дает вода. Все, впитала. Впитала. И 103. О, еще одну. И если что, камнями добьем. Так, но это не сложно. Это хорошо. Это хорошо. Тут еще деревяшки зачем-то. В этой игре ничего не бывает просто так. Если здесь есть деревяшки, значит, они пригодятся. Так, вот эта губка загораживает весь вид. Сколько уже? 202 из 211. Так, тебя. 206. Что, еще два камня? Или три? Так. О как! О как! Включился.
Да. А, но с него я опять не могу вперед двигаться. Мне надо включить теперь куб. Куб. Все, я понял. Куб. Опа, опа. Спасибо. Теперь. Вот у меня... Мне там надо подвести электричество. Вопрос. А, кубу я могу, да? Куб сюда встань. Ну ты можешь не падать? Спасибо. У меня молния, моя линия проводит, да? Право. О, спасибо. Теперь я могу выстрелить. Вон туда. Так, что мы открыли? Что мы, собственно, открыли? Дерево, сундук. О, мухи. Это что? Урон пушки плюс 5. У меня пушка уже 63. Хорошо. Вопрос. Как вас уводить теперь? Кристаллов здесь на карте нет. Зачем они деревяшки понатыкали? Может на лучах? Это же фиолетовые светящие. Так, не вот это, вот это. Прикинь, точно. Хорошо. А, так. Ага, вода-то их убьет. Как быть? В смысле? Блин, вода их точно убьет. Чё, все? А, они заново появились. Как быть? Как нам быть? Я туда могу поставить? Все, я понял. Ты будешь стоять? Будешь. Так. Отлично. Вот этот лишний. Он не нужен. Ой. Чуть не убил мух опять. Так, а теперь, наверное, отсюда. Сюда есть возможность? Есть. Ну и все. Тут уже не сложно. Вот так. Сюда тянутся. Теперь вот сюда. Блин, далеко, да? Давайте вот так и вот так. Теперь вот так. И вот так. Хорошо, теперь вот так. А, сюда опять, наверное, кубом, да? Вот так и вот так. Эй. А, ну или так. Спасибо. Опять вода. А здесь нет пустых пространств, чтобы я мог бы провез. Дом синих. Как мне открыть дом синих? Доска. Доска, 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 доска. Что в доске? Хм.
Так, лава. Лава. О, там проход. Блин, я даже не буду пробовать, меня по-любому убьет. Проведи своего трусливого двоюродного брата в деревню синих. Какого брата? Я его не вижу. Это что? Это электроэнергия. Только не говорите, что мне надо с... Я отсюда типа... А, ну мне электроэнергию надо сюда подвести. Где брата? Где брат-то мой? Ага. Ну привет. Привет, привет. Что вот это такое? Досточки. Зачем здесь вот эта деревянная структура? Непонятная. Крайне. Может, какой-то секретик здесь есть где-нибудь? Да нет. И как нам воду сюда подвести? Хороший вопрос. Собственно, что у нас есть металлическое? Золото. Ты куда все золото уже дел, а? Гад. Ну, допустим, я поставлю здесь куб. О, бьет, доходит, отлично. Это хорошо. Доходит, это хорошо. Могу, да, выстрелить теперь? Отлично. Фух, спасибо. Да не за что. Это ты. Вот этот, я же говорил, что это будешь ты. Щекотно. Как мы дверь будем открывать? В смысле, ты вот... А там надо было замок, да, вскрывать? Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. Не мог мне там ключ отдать? А, ну да. Мне типа на него сверху, да, надо прыгнуть. Ладно. Давайте прыгнем. Это что такое? Что за чудо-штука? Что это? Телепорт, зеленая пушка, что она делает? А, да ладно, смотрите, как я могу. Оп, укатился, опа. Прикинь. И что теперь? Тупик, тупик. Туда шар не укатится? Туда я телепортироваться не могу. А сюда? Опа, а сюда могу. А, вижу. Здравствуйте. Давай, взрывайся. Давай, я подошел. Так, здесь еще один ключ. Так, ну с такой пушкой уже стрелять не стыдно. А, ты у меня с той стороны стоишь, да? Тебе надо открыть. Еще летят. Еще, друзья, товарищи. Все, с вами покончено.
Так, это что такое? Это дверь, это кнопки. Так, если я... Как быстро она, интересно, спадает? Я успею на четверку телепортнуться туда и поставить куб. Блин. По-моему, это не сработало. Ладно. Давайте думать дальше. Монетка. Сине-красная. Тут уже какие-то растения новые. Что у нас тут? Собственно говоря, тут у нас и ничего. Или нет? Или я могу туда забраться с помощью телепорта? А чё ж ты так низко-то подкидываешь, а? А вот так? Опа! А вот так могу. Блин, так не могу. А если вот так? Хорошо. Так, здесь теперь куб. Здесь куб. И с помощью вот этого. И вот этого. Погнали. Так, хорошо. Здесь не открыть, да? Может мне вон туда? Давайте пробовать. Так, четвертое. Здравствуйте, монетки. Опа, 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 тихо. Так, я туда допрыгаю. Ага, есть такое. Есть такое. Опа, что у нас там? А это ключик. Да. Черт. Ладно, я вообще могу туда попасть. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Да. Морковка? Зачем мне морковка? Датчики. А. А, вот у меня есть идея. Я могу морковкой покрасить что-нибудь? Могу. Теперь оранжевая. Кубом не нажмешь. Нет, только мной, да? Я красный. Ты кто такой? Я только что установил этот прототип системы предупреждения. Положи огонек в коробку, чтобы показать уровень опасности. Так, это дверь. Мне, если я пройду, видимо, оранжевый, мне откроется сюда. Что у тебя здесь? А, есть ли что-нибудь? И окна никакого нету. Куда мне можно телепорт-то свой запендюрить? Ладно. А, труба. Труба. Блин, как же я вот тут-то лоханулся.
Ну ладно, в следующей серии я уже до туда дойду и открою ключ. Возьму ключ и уже будем думать, что нам делать дальше. Что ж, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!